Чувашии завершился региональный проект «Популяризация предпринимательства». В течение месяца юные бизнесмены постигали азы финансовой грамотности, учились работать в команде. Итогом стали разработки собственных бизнес-проектов. О самых смелых и перспективных идеях расскажет Рифат Фаткулин. Молодые, амбициозные, креативные. Они еще школьники, но уже знают, как зарабатывать деньги. Первым представил свой проект Андрей Дмитриев. Ему 16 лет, но у него уже есть готовый стартап развлекательного центра. Все просчитано до мелочей, доходы и расходы, вложения и рентабельность. Проект называется «Шани». Это развлекательный центр, который работает в двух режимах. Днем там развлекательный центр для детей, а ночью – ночной клуб. Особенно у нас в Новочебоксарске не хватает развлекательных центров. У нас в городе эта тема сейчас очень актуальная и прибыльная. Что помогает достичь успеха? Рецепт у каждого свой. Анна и Валерия считают, все начинается с мечты. Главное, чтобы она манила и хотелось как можно быстрее реализовать задуманное. Сегодня мы представляли наш бизнес-проект «На день улыбнись» по производству эксклюзивных украшений. Это проект по созданию брошей ручной работы. Сначала у нас была идея и были какие-то умения по производству этих брошей, а потом мы услышали о проекте «Мой бизнес», «Бизнес-дети», прошли обучение. Нас там научили, получается, анализировать рынки сбыта, риски, налоги. Всему этому нас научили, то есть базовые какие-то знания, которые должны быть у всех предпринимателей. В этом и заключается цель проекта «Популяризация предпринимательства». Дать молодежи необходимую базу знаний и стартовых навыков, чтобы они могли начать собственное дело. Было проведено в рамках этого проекта очень много обучающих мероприятий, всевозможных семинаров, уроков, встреч с уже предпринимателями, которые успешно ведут свой бизнес. Молодежь – это наше будущее. И от того, насколько они будут заинтересованы в этом, конечно, зависит и развитие экономики и нашей республики, и Российской Федерации. Возраст бизнесу не помеха, уверены эксперты проекта. Ведь чем раньше начнешь, тем больше успеешь. Рифат Фаткулин, Бахтияр Велиев, Республика.